Привет, это Денис, канал «Кратко про Албанию». Как продают рыбу в Албании? Некоторые подписчики считают, что раз Албания прибрежная страна, то у нас есть какие-то суперогромные рыбные рынки, где можно часами гулять среди тунца. Друзья, ну не совсем так. Рыбу в Албании продают следующим образом. Либо в небольших сетевых магазинах, либо это какие-то небольшие частные бизнесы. И причем размер вот этих магазинчиков, он обычно не превышает размера какой-то небольшой квартиры. И чаще всего эти магазинчики можно встретить в большом избытке в крупных городах Албании. К примеру, давайте рассмотрим вот этот вот маленький магазинчик морских деликатесов, который находится, в общем-то, посреди города. Заходим. Вот давайте посмотрим на этот островок морских деликатесов, что здесь есть. Здесь есть и дорада. Дальше идет у нас красная рыба. Дальше идет не знаю что. Потом идут кальмары и креветки. Большие и здоровенные королевские креветки. Что здесь хорошо? По рекламе. Что здесь хорошо, друзья? Хорошо то, что много покупателей, и товар, вот этот морской, скоропортящийся товар, он не залеживается. И вы можете быть уверены в том, что все это свежее. Ну, во всяком случае, каких-то инцидентов с отравлением у нас еще здесь не было. Что еще здесь хорошо? Здесь продают не только рыбу, но вот можете посмотреть. Вот посмотрите на то, что делают девушки. Они ее чистят. То есть, друзья, вам не придется сражаться с чешуей или рыбными потрохами. Сотрудники быстро и аккуратно и не только почистят, но и упакуют выбранную вами рыбу. Ну или креветки, или кальмары, что вы там себе возьмете. Следующий момент, это если вы, например, устали с работы, если вам нет сил самим готовить, либо вам просто лень, друзья, или нет возможности, то здесь работают замечательные повара, которые вашу покупку очень вкусно вам могут и приготовить со всевозможными гарнирами. Поверьте, это очень сильно выручает. Здесь работают профессиональные повара. И они будут для вас стараться, друзья. Ведь морепродукты, они же всегда вкуснее, когда подаются с улыбкой, ну и заботой, что ли. Надо себе тоже что-нибудь заказать. Я себе, друзья, взял вот такую порцию, это ризотто, ну это рис с морепродуктами. Вот, и что удобно, что это все можно взять с собой, сейчас мы это распакуем, и можно и в машине перекусить, и на берегу моря, и в офисе это слопать. И получается, что это такой вот уровень хорошей ресторанной кухни, но на вынос. Видите, да? И, кстати, порция мне обошлась, получается, в 500 леков. 500 леков на сегодня это примерно по новому курсу где-то 5 евро, друзья. На сегодня все. Подписывайтесь, чтобы получать новые видео. Ставьте лайк, если вам не все равно. И успехов!